We are native. So if you truly enjoy our show, колесо от AT&T, но у нас как раз нету сим-карты, надо купить. Посмотрим, может, выиграем скидку большую, и будет, ну, просто приятно. И также T-Mobile. Здесь у нас играет музычка, концерт. За нами зона для распития алкоголя. Если ты старше 21 года, можно подойти, предъявить свою ID или паспорт, получить браслет и выпить алкоголь от $8. Ну что, мы только что приобрели камеру. Это DJI Osmo Action. Стоит она $350. Давай попробую переключиться. То есть при переключении на селфи-дисплей камера приостанавливает свою съемку. Интересно, как меня сейчас слышно? На первый взгляд камера хорошая. Мы сейчас поедем в музей в Бирбанке и продолжим снимать там. Кстати, вот наша машина. Это Chevrolet Equinox. Как, вроде неплохо выглядит, да? Встали полчасового утра, время уже 12 часов. Начинаем наш трип. Вперед, поехали. Ну что, у нас есть там жизнь? Всем привет, это Лос-Анджелес Science Center. Совершенно ничего платить не надо, но можно задонатить, как в принципе практически в любом музее. Сейчас мы покажем вам некоторые экспонаты, которые представлены. Очень много детей, здесь можно почти к каждому экспонату подойти, понажимать что-то. Смотрите. Есть аттракцион, землетрясение с магнитудой 5. Сейчас мы пойдем туда. Вот такая вот здесь площадочка. 3, 2.
I'm Felicia, and I'm a structural engineer. And I help build structures like the one we're in right now, the California Science Center. As you probably know, we live with earthquakes here in Southern California. There are small ones every day, and we're absolutely certain there's going to be a big one in the future. Maybe next year, maybe next month, maybe even today. People, you need to be prepared and know what to do when an earthquake hits. Check out the rest of the exhibit and stay safe. Здесь обещали магнитуду 5, но мне кажется поменьше, наверное, троечка, может быть двоечка, чтобы людей, психику людей не травмировать. Клади руку. И нажимай на кнопку. А с этим попробуй дотянись до звоночка. Давай, давай, Настя. Давай, еще две осталось. Давай, давай. Ну что ты? Да я попробую. За 8 долларов можно тоже полетать с человеком. Но мы пойдем дальше смотреть. Тоже стоит денег. Не вижу я сколько. 5 долларов. Ну правильно они сделали. Там у них детская площадка, а сюда все дети приходят и разводят своих родителей на денежки. Ну конечно, красиво. Вот если вы поедете в молл за пиццей, вы поедете один, вы поедете вдвоем. Самое прикольное, как будто вот здесь, не знаю, с прошлого века, старые мониторы, LCD. Вон, обычный здоровый монитор. Но все это работает и, видимо, и успешно. Вход бесплатный, дети приходят. Маленький курс аэродинамики. Нужно выбрать машину с наибольшими аэродинамическими способностями. Смотри, Настя. С одной стороны плюс, с другой минус. Что-то не получается. Ну, пожалуй, я пойду выйду. Теперь посмотрим, как умные люди делают это. О, увидели, увидели. Ну, в общем, выводы делайте сами. Кажется, мы добрались до игрового клуба. Мы снова нашли тепловизор и развлекаемся. Сейчас выяснили, что я вот сейчас это пузо свое покажу. Оно холодное. Огненное. Значит, такое. Я тоже хочу. Подмыхи покажи. Страшно. Покажи. Вообще огонь у тебя там. А руки, кстати, смотри, у меня все огненные. А у тебя наоборот холодные. Вот шкала. Белая это самая горячая, а синяя это холодная. Да, у меня самая холодная. Давай соединяем вот эти наши. Давайте согреем. Ну позеленело так. Ого!
только что Настя обыграл в ловле мячиков. Засовываете руку и пытаетесь переловить все мячики, которые там есть. Точно. На каждом шагу вот такие вот штуки можно пополнить воду. И увидеть, сколько. Сколько бутылок можно сохранить. Уже, вернее, сохранено 41 500. Я понимаю, каждый литр это одна бутылка считает. Ну и, естественно, состояние фильтра есть. Все для людей. Короче, аттракцион невидимой щедрости. Можно потрогать всякую морскую животность. Настя предлагаю, Настя очень боится, говорит, что руки потом пахнуть не... будет. Ну, а я вот потрогаю. Какая здесь самая стрёмная? Вот эта прикольная. Вот эта вот? Да. Да ну нафиг. Давай я потрогаю. Давай, потрогай. Is it dangerous? Nice. Yeah. No. Okay. Good luck, my wife. Блин, они стрёмные. Ой, она шевелится. Ой. Бедные, они живые. Ребёшки плавают. Такие дела. Прикольно. Такая вот американская интерактивщина. Так что все быстрее в Science Center. Здесь очень классно. Денег с тобой возьмите. С насекомыми, здесь такой вот пол, такой вот, я не знаю, как... Даже уже когда идешь по этому полу, тебе мерзко становится. Из навоза сделан такой. Да, из навоза. Такой. Не, он понятно, он резиновый материал, но все равно. Легкий. Можно прыгать. Такие полы надо в космических комнатах делать. Так, я хочу переключиться на обычный дисплей. О, что, подружка присела, что ли, уже? Дисплей отключила. Ты типа экономишь, что ли, зарядку? Дисплей отключаешь. Куда нажимать-то? Палец вверх и подписаться на канал. Нет, наверное, два раза сюда надо нажать. Все? Вы подписались уже?